вы объясняете? Обвиняете моего клиента, я не понимаю. Вымогать шантаже. Это ясно? Черт побери. Ты где-то добыл информацию на его жену и начал его шантажировать, а? Фотографии, что ли, добыл, да? Что ты ему передал за эти миллиончики, которые вложил в твой проект? Все говорят, что этот проект дерьмовый, что он не стоит ничего. Ладно, ладно, не тебе рассказывать нам о вымогательстве и шантаже. Так что ты давай, раскалывайся. Мы не будем возбуждать дело о вымогательстве, а ты расскажешь о делишках своей жены. Я не имею отношения ни к каким убийствам. Вы не обязаны ничего рассказывать, мистер Матис. Конечно, сейчас он всех будет закладывать, чтобы себя вытащить. Ребята, почему вы вот на меня давите? А моя жена, она тоже алчный человек. Я ей говорил, что не надо ей использовать эту дрянь. Какую дрянь?